Картофельным посевом может грозить опасный паразит. По данным ученых, за последние полтора месяца выявлено более полутора десятков случаев ввоза из-за рубежа зараженного картофеля. Такие корнеплоды быстро гниют и становятся непригодными для употребления. Кроме того, если вирус попал на клубни, подготовленные к посадке, то хорошего урожая в будущем ждать не стоит. Тему продолжит Анастасия Каженцева. Это яркое абстрактное пятно на мониторе специалиста – не что иное, как опаснейший паразит – возбудитель глоботериоза картофеля. Разглядеть его можно только через электронный микроскоп. Но вот последствия заражения видны уже невооруженным глазом на обычной кухне. Для человека нематода, конечно, не опасна, но по карману бьет. Из купленного килограмма картошки примерно половина отправится в мусорное ведро. Этот картофель, например, непригоден. Если мы его будем приготовить, использовать пищу, то есть большую часть данного картофеля придется выбросить. Он абсолютно непригоден, например, для производства чипсов. Естественно, при хранении очень быстро он загнивает и погибает. До нашей страны этот паразит еще не добрался, но пытается, что называется, всеми силами. Эти микроскопические вирусы и черви сейчас вызывают большие опасения у ученых. Специалисты готовятся встречать картошку из-за рубежа. В этом году поставки пришлось увеличить. Летняя засуха уничтожила едва ли не половину нашего урожая, а значит, закупать придется около миллиона тонн импортного картофеля. Треть должна отправиться в столичный регион. Дефицит в нашей стране, согласно данным Министерства сельского хозяйства, составляет порядка 4 миллионов тонн. И мы помним годы, когда был неурожай картофеля, и цены взлетали до заоблачных высот. Объем ввоза может возрасти по сравнению с обычным в 2-3 раза. Чем больше поставки, тем выше риск проникновения возбудителей опасных болезней, тех, о которых у нас пока знают только ученые. С середины октября уже зафиксировано 17 случаев ввоза зараженного картофеля. 3 судна из Ирана остановили под Астраханью. 9 партий, это почти 2000 тонн продукции, задержали в Санкт-Петербурге. Совсем недавно специалисты фитосанитарного контроля изъяли еще 12 тонн больной картошки из Белоруссии. Часть партий планировали распродать на московских рынках. Без документов, без ничего из Беларуси завезли 12 тонн картофеля. Купили участников картофеля, продовольственный. А если эта продукция пошла бы на реализацию населению, вот там была бы колоссальная опасность. Хранится зараженная картошка недолго. Через считанные дни партию в несколько тонн, скорее всего, придется выбрасывать. А это громадные убытки. Еще хуже, если она все-таки долежит до весны. Если посадить больной картофель, непременно будет заражена почва, и вирус начнет распространяться. В итоге вновь не видать хорошего урожая. Чтобы не допустить этого, ученые сейчас призывают ужесточить фитосанитарный контроль на всех границах. Силы средств в лабораториях хватает. Анастасия Кашенцева, Мария Самойлова, Виктор Лошкул, Вести, Москва.